сейчас я вам покажу, как можно левитировать в людном месте, где нету никаких кранов, где нету никаких приспособлений, чтобы можно было зацепиться. Если можно камеру наверх показать, то там нету никаких устройств. И вокруг тоже, если можно камеру. Есть? Ничего нету. Окей. А теперь, внимание, можно вас попросить с камерой сесть вот сюда, где молодые люди сидят. Вот на скамеечке молодые люди. Молодые люди, сейчас мы вас удивим. Итак, смотрим внимательно. Можно, да? Да. Дорогие друзья, я хочу поделиться с вами, немножко поделиться с вами секретом левитации. Очень хочу вас научить взлетать в воздух. Я очень хочу, чтобы вы научились этому сами. Для того, чтобы научиться левитации, способны вы левитировать или нет, я хочу вам показать одно упражнение. Если оно у вас получится, значит, вы способны левитировать. Здравствуйте, с вами Саша Шумко. И сегодня я выкладываю то видео, которое вы долго очень ждали. Обучаловка по левитации, или же, это вашими словами, или моими словами, как научиться балансировать на куске воздуха, или как снизить свой вес и научиться левитировать. Значит, первое. Что я хочу от вас? Значит, вы можете нажать на паузу, пойти на кухню, взять соль и взять кружку воды. Значит, соль я советую взять вот такую вот йодированную, если она у вас есть. Если нет йодированной, вы можете обычную соль взять. Если есть йодированная соль, берем одну столовую ложку йодированной соли. Если у вас обычная каменная соль или мелкая, то 2 столовых ложки есть. Также берем стакан с водой. Лучше, конечно, это делать без воды. Стакан, чашка с водой. Так, соль, воду мы взяли, нажали на паузу, пошли на кухню, взяли соль с водой, пришли сюда. Далее, высыпаем, если это йодированная соль, 1 столовую ложку соли. Высыпаем в ладошку, закладываем в рот, держим. Держим 5 секунд, считаем 1, 2, 3, 4, 5. После этого стараемся ее проглотить. Если не получается, если очень тяжело, запиваем. Берем водичку и запиваем. Можете нажать на паузу пока что. Нажали на паузу, хорошо. Ребята, если вы съели соль только что, жалко, что я этого не видел. Я бы хотел на это посмотреть. Ребят, никакой соли не надо кушать. Значит, это была шутка, для тех, кто не понял. Итак, для того, чтобы научиться левитации, вам нужно, первое, это правильный образ жизни. В правильный образ жизни входит, первое, раздельное питание. Что такое раздельное питание? Не смешивать белковую пищу с углеводной, не запивать после еды. А вообще, рассказывать очень долго, поэтому, я думаю, Google вам будет в помощь. Вот. И исключить из своего рациона некоторые продукты. Это все молочные продукты, полностью сыры, молоко, мороженое, все. Да, кстати, мороженое, пирожное, конфеты, все полностью убрать. Дальше картошку полностью исключить и пиццу, то же самое. Не сказал еще, значит,
кто знаком с сыроедением, вот, тому будет намного проще. Далее, многие говорят, что я не ем мясо. Это неправильно, это неправда. Я ем мясо, я очень люблю мясо. Вот, мясо нужно есть с растительной пищей. Там, салат какой-то, зелень, там, огурцы, помидоры, капуста. Вот, мясо должно быть обязательно. Обязательно для тех людей, которые живут в нашем климате. Вот, Россия, Украина. Вот, так, далее. Режим дня. Значит, режим дня, тоническая активность. Тоническая активность в этом видео вы сейчас увидите. Значит, от тонической активности очень многое зависит. Если у вас есть тоническая активность, вы левитируете. Если у вас нет тонической активности, вы не левитируете. Также, если есть у вас тоническая активность, вы успешный человек, у вас все получается, у вас мозги работают очень хорошо. Если вы спортсмен, осваиваете какое-то новое для вас упражнение, то вы его очень быстро осваиваете. Значит, чтобы была тоническая активность, должно быть первое правильное питание, и второе, должен быть режим дня. То есть нужно спать, ложиться в 9-9.30, до 10 надо уже полностью спать, заснуть. Вот. Ну и то же самое подъем. Вставать нужно с восходом солнца. Вот. И самое главное, вот многие говорят, что нужно какие-то физические нагрузки делать с утра. Ни в коем случае никаких физических нагрузок с утра не должно быть. Вот. Потому что организм еще спит, кровь густая. Вот. И тут дается какая-то нагрузка, там бег или что-то еще. Сердце начинает работать, густая кровь, это очень большая нагрузка на сердце. Но в общем это нехорошо. Так. И что еще я хотел сказать? А, баланс. Баланс. Значит, баланс — это такая длительная, долгая тема. Как балансировать на куске воздуха. Значит, давайте в следующем видео я расскажу, что такое баланс. Вот. Как научиться балансировать свое тело, для начала балансировать предметы, потом свое тело. Вот, покажу некоторые упражнения. Вот, и после чего вы попробуете балансировать на куске воздуха. Ну, то, что вы называете левитация. Вот. Значит, это пробное видео. Вот, тут я ничего вам такого обучающего не даю. И я не знаю, вряд ли я вам буду что-то такое обучающее давать. Потому что, ну, я привожу свои жизненные примеры. Вот. Никто раньше до меня не давал никаких обучаловок по левитации, никто никого не учил. Вот, я решил это выставить в интернет. То есть, если вы пойдете по моим стопам, то я очень надеюсь, что у вас будут результаты. Вот, у меня есть уже 4 ученика, у которых есть результаты, которые тоже умеют левитировать. Не так, как я, немножко ниже. Вот, но они умеют левитировать. И в следующих моих видеоуроках я обязательно выставлю эти видео. Вот. Ну, пока что все. Смотрите дальше. Смотрите тест на тоническую активность. Я вам желаю удачи. Всего доброго. Возьмите какой-нибудь ремень, палку, что-нибудь вот такой длины, можно чуть-чуть подлиннее. На прямых руках. Начинайте в течение 1 минуты растягивать прямыми руками предмет в стороны. То есть вот так вот. Можно засесть себя на секундомере. Когда проходит 1 минута, вы бросаете предмет, тот, который вы растягиваете. Глаза должны быть закрыты или полузакрыты. Вы посмотрите, что с вами произойдет. Если вы почувствуете в теле легкость, если вы почувствуете, что вы начинаете отрываться от земли, постарайтесь не радоваться, постарайтесь быть максимально расслабленными, сконцентрированными. Потому что лишние эмоции могут навредить. Итак, если вы начнете после этого упражнения подниматься, или какие-то части вашего тела начнут подниматься вверх, постарайтесь максимально расслабиться. Дорогие друзья, в следующем видео я постараюсь выложить урок по левитации. Я постараюсь научить человека на улице, как можно отрываться от земли, то есть первого встречного.
человека я постараюсь научить отрываться от земли. На сегодня все. Большое вам спасибо за внимание. Спасибо за то, что посмотрели мое видео. Да, и кстати, не забудьте подписаться на мой канал. Спасибо.